целью защиты нашего Отечества по призыву главы республики Рамзана Ахматовича Кадырова. Подготовка происходит на максимальном уровне. Опытные инструктора из Российского университета спецназа с нами занимаются. Свой долг выполним. Да, я бывший ополченец, с первых дней служил там по 17-й год. Увидел ролики по интернету, связался с ребятами, тайзу в сердце позвал защищать родину. Ну, благодарен Чеченской республике, взяли в свои ряды помочь нашей стране и нашему народу. Надо защищать нашу родину. За родину я поехал. Если не мы, то кто? Ахмат, сила. Я из Луганской Народной Республики. Как началась военная спецоперация, не смог остаться в стороне и помочь своему народу. Потому что какой мастер-класс нам показывают инструктора. В Чеченской Республике благодаря Рамзану Кадырову есть вот такой прекрасный тренировочный комплекс, в котором мы можем хоть подготовленными поехать. Защищать да. Родину. Дед мой воевал. Мои предки воевали. Конечно же, мы будем воевать. У меня все воевали. Считаю, что это просто долг, и как бы нельзя на это смотреть равнодушно. Рамзану Кадырову огромное спасибо. Благодарен, что попал сюда, и благодарен, что есть такая возможность здесь готовиться. Защищать родину свою от фашистов, нацистских. Так как я живу в Белгороде, граница рядом находится, и постоянно как бы прилетают снаряды всякие с Украины, граничит с Харьковом. Семья, дети, вот приехал защитить родину свою. Подготовка вообще на высшем уровне. Приехал защитить интересы своей родины от всяких нациков, фашистов. Ахмат, сила! В данный момент проходит огневая подготовка, затем у них лесная подготовка и топографии обучают. Дается самое необходимое, то, что надо данной спецоперации. Мундирование, снаряжение, радиосвязь, весь материальный расход, который здесь боеприпасами, ресурсами, оружиями. Вся оказываемая помощь, это все от главы Чеченской Республики. Первоклассные специалисты, большое спасибо Рамзану Кадырову и всем инструкторам за то, что дали нам возможность. Еду, как говорят, защищать родину, поддержать братьев по оружию. Рамзан Ахматович, он вдохновляет таких же патриотов, как он. Молодец, спасибо вам за вдохновение. За честь наших дедов, за будущее наших детей, за Россию, Ахмат, сила, вместе мы победим. Наша основная цель – это борьба с фашизмом, бандеровцами, нацистами, которые сегодня там на территории Украины есть. И защита мирного населения. Не только что русскоязычного населения, всего мирного населения. Поэтому большая просьба, будьте настоящими русскими мужиками. Удачи вам всем. Ахмат! Сила!